По статистике Министерства чрезвычайных ситуаций, наибольшее количество пожаров в частном секторе происходит с наступлением зимних холодов. Замыкание проводки от часто используемых обогревателей, взрыв неисправных газовых котлов, воспламенение старого печного оборудования – все это может стать причиной возгорания. Чтобы избежать подобной трагедии, сотрудники отдела надзорной деятельности совместно со специалистами комплексного центра социальной помощи населению провели профилактическую беседу с подопечными пенсионерами центра. Здесь то есть написаны мероприятия, какие должны быть выполнены в индивидуальных жилых домах. В ходе рейда было проведено свыше 10 бесед. Проверена исправность электропроводки и печного оборудования. Пенсионерам выдали памятки пожарной безопасности. Пожилые люди проживают в индивидуальных жилых домах. Им были вручены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности, в которых написаны предосторожности пожарных, правила действия на случай возникновения пожара, телефоны вызова как экстренных служб, так и телефон единой дежурной диспетчерской службы. В этом году уже зафиксирован один пожар с погибшим в селе Мраморское. По предварительной проверке причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В прошлом году в Полевском районе произошло 67 пожаров, 24 из них в селах. Чтобы оградить свой дом и близких от подобной трагедии, сотрудники отдела надзорной деятельности призывают граждан следить за эксплуатацией нагревательных приборов и своевременно произвести замену старой электропроводки. Мария Лукьянова, Алексей Корепанов, новости Полевского.